и таланты. Добро пожаловать на первый фестиваль «Мы ищем таланты». Кому же достанется наш главный приз? Пора, девочки, приготовьтесь, мы начинаем. Требли-крабли, фокус-покус. Дорогу настоящему таланту. А? Нала, встань в очередь. Сейчас выход Доти. Ничего, я вовсе не против. Начинаем наш конкурс! В этом году в уважаемом жюри карапузов судят дружелюбная Кэти, непреклонная Фэнси и Лэйди. Приглашаю первого участника! Я тут! Нет, сейчас очередь Доти. Ничего, пусть Нала идет. Если хочешь, выходи первым. Стой, нет, я пойду. Нет, я! Простите, девочки, первым идет настоящий талант. Эй, эй, Нала, вернись, сейчас не твоя очередь. Вот послушайте, потому что вы такого не слышали. Никогда в жизни. Иди ты. Спасибо, Доти. Она вернется. Но продолжим наш конкурс. Откроем больше талантов. Я хочу сейчас. Но, Кони, следующее... Опа! Вот это здорово! Жгучие кексики? Этот рецепт на очень изысканный вкус! Я хочу сыграть! Ай! Кто следующий? Нам не хватает волшебства. Фокус-покус, мячик исчезает. А? Крибли-крабли. Не вернулась! Я все контролирую! А теперь он исчезнет. Теперь последний участник. Первый раз не получилось, но сейчас уйдите со сцены, пожалуйста. Какая прелесть! Никто не сдается! С меня хватит, я ухожу. А есть ли еще участники? Что ж, если никого больше нет, то приз присуждается... Знаю я навсегда, друзья мы, дай руку мне, вместе нам не страшно, и где бы ты... Будем повсюду. Мы же тим!
Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Лиза, ты где-то рядом? Может, там? Или здесь? А может, здесь? Нашла! Иди сюда, Лиза, я тебя нашла! Ты не можешь больше прятаться! Это не по правилам! Лиза, где же ты? Лиза! Ух ты, красота! Что это за книжка? Мир фантазий? Не открывается! Лиза! Ух ты! Смотри, что я нашла! Волшебная палочка! Что не так? Отличная палочка! Лучше, чем моя! А? Лиза, что это с тобой? Ого! Она и правда волшебная! Давай проверим! Поделим пополам. Конечно, кусочек тебе, кусочек мне. Ты съела мой кусочек. Нет, ты его съела сама. Врушка, отдай мне мой торт. Я не врушка. А? Я выиграла! Не может быть! Этой фигуры здесь не было! Ты хитришь! Ты назвала врушкой меня? Я с тобой больше не играю! Лови мячик, Спотти! Давай еще раз! Ты такая смешная, Спот. Смотри, что ты натворила. Вот, я так и знала. Теперь все понятно. Это все ты. Из-за тебя я так и не попробовала тортик. Простите, я не нарочно. Но ведь было весело. Но только тебе. Вот-вот, совсем не весело проигрывать. И измазываться в торте. Я так не играю. Я тоже. Вернитесь, пожалуйста, это всего лишь игра. У меня есть волшебная палочка, вот. Придумала. Поверь мне, Лиза. Посмотрите сюда. Простите меня, пожалуйста. Я хотела только проверить волшебную палочку. Нам стыдно, что мы с тобой поссорились. Ведь у тебя доброе сердце. Маджи-тир! Ух ты, вот это торт! Ура! Супер-шахматы! Здорово! Спасибо, Лайк! Это так весело! Вы не представляете, что я могу с волшебной палочкой. А? Она же была здесь. А Лиза? Кто-нибудь видел Лизу? Лиза! Что там в новом мире? А,
прости. О, мега-бросок Джиджи, лови! Не смейся! Это не я! Лови обратно! Какой костюмчик! А к нему еще корона! Не трогайте ее! Она с горы фантазий! Она кто? Я читала о них в комиксах! Я знаю все о горе фантазий! Ты правда фантазерка! Ох ты! Бедняжка! Давайте отнесем ее ко мне домой! Уже. Просто согласись, летать ты не умеешь. Эй, я учусь. Зато я умею останавливать время. Останавливать время — ерунда. А вот так ты умеешь? Вкусняшка. Пойдем, нужно найти Фели. Привет. Пришла в себя. О, где? Где это я? В долине. Как тебя зовут? Я Фели. А откуда ты пришла? С горы фантазий. Через портал. Ну вот, она ударилась головой. Плохо дело. Нет, говорю же, она с горы фантазий. Что ты умеешь? Может, летать? Или исчезать? У вас есть облачная горка? Вот она спокойная, как ни в чем не бывало. Вставай, пойдем. Нет, стойте, Фели. Как мне попасть на эту гору? Через портал. Ищи сердце с крылышками. Что это оно, поймешь не сразу. Хлопни 3 раза, положи руку на голову, потом на талию. Прыгни вперед и назад. Чем правильнее двигаешься, тем быстрее он откроется. И в конце крикни: раз шагни, два шагни, в мир фантазий портал найти. А, так это правда? Теперь вы мне верите? Все идем на гору фантазий. Но как мы найдем портал? А? Я вас догоню. Только захвачу кое-что. Облачная горка. Смотри, твой бантик. О, он весь в блестках. Добро пожаловать, у нас гости. Невидимка. Эй, она летает. Спасибо, что приютили меня. Воспитанные собачки не лают по ночам.
Что это я вижу? Это галлюцинация? Настоящая! Вы не представляете, что мне пришлось пережить! Я так испугалась, что не смогла заснуть! Но бриллиантовых сосок не существует! Этого не может быть! Тем более они не летают! Наверное, тебе приснилось! Вот и нет! Я видела, как она залетела в окно! Ведь так, Спот? Это очень подозрительно! Ну-ка, Спот, признавайся, где ты взяла бриллиантовую соску? Спот здесь ни при чем. Доти говорит правду. Это фэнтези. Кажется, они что-то знают. Конечно, мы знаем. Доти встретила бриллиантовую соску привидения. Видите? Я же говорила, что они вру. Легенда гласит, что раз в каждые 100 лет появляется бриллиантовая соска. Внутри нее живет жуткое привидение. Отпугнуть его могут только кексики. Соска с привидением? Какой ужас! Пойду испеку кучу кексиков. Девочки, бояться нечего. Если где-то есть тайна, детектив Кэмми обязательно ее раскроет. Если привидение вернется, мы будем все вместе, и никто нам ничего не сделает. И все же я не верю ни единому слову. Привидений не бывает. И я докажу это с помощью маскировки. Эй, просыпайся, хватит спать, Соня. Я приготовила бутылочки и напекла кучу кексиков для защиты. Спасибо, Кони. Девочки, это не для еды, а чтобы отпугивать привидения. Это так вкусно, что мне даже больше не страшно. Оно за мной, да? Да, спасите! О, нет, мои кексики его не напугали! Какие вкусные! Разве привидение не должно было испугаться кексиков? Они проглотили эту сказку, а мы съедим их кексики. Видели бы вы лицо Доти, когда она увидела бриллиантовую соску? Ага, теперь все понятно. Эти привидения любят кексики Кони, да? Что ж, будут вам кексики. Ладно, пойду принесу еще. Да, мне с клубничной начинкой, а мне с шоколадной. Давайте! Вот вам кексики привидения. Кексиками? Вот это сказка! Вы нас простите, мы просто пошутили. Держи, это моя бриллиантовая сказка. Спасибо тебе! А это было весело. Обожаю расследование. Еще кексиков. Посмотрите, какая слезинка. Фэнтези Мэджик Кисс! Переводчик для зверушек. Я же говорила, Лу великолепный.
великолепно! Но чем вы смеетесь? Лу рассказывает самые смешные истории во всей долине. Ух ты, я тоже хочу посмеяться. И я! Но я ничего не поняла. Я тоже. Мы хотим понимать, Лу. Успокойтесь, девочки. Пора навестить нашу гадалку. Тина! Я ждала тебя. Чем вам помочь? Мы хотим... Не говори. Мы хотим научиться понимать Лу. Хотите понимать Лу? У меня есть то, что вам надо. Это не то, это тоже. Ага, вот он, словесный шлем. Ух ты, какое название! Какие на нем миленькие кристаллы! Проверим. Давай, Лу, пошути. В долине меня называют овечкой. Почему? Я могу делать так. Как смешно. Эй, Люси, оставишь ее нам на выходные? Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, оставайся. Почему океан не высыхает? У него нет полотенца. Как смешно. Ты замечательный комик. Я еще так могу. Смотрите, я марсианка, прилетела захватить вашу планету. Будьте ли земляне? Я робот, бип-бип-бип, я усач. Ну, ты самая веселая зверушка из всех. За твои шутки я дам тебе мороженое из падающих звезд. А я дам тебе танцующие пузыри. А я подарю тебе вихрь блесток. Лу-лу, 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 лу-лу. Лу, пора уходить, снимай шлем. Не хочу, я хочу выступать. Я звезда комедии. Ты кто? Мы хотим, чтобы она осталась еще. С ней так весело. Но ей пора домой. А, Люси, не будь такой. Позволь ей еще поиграть. Ладно, хорошо. Ты хоть немножко будешь по мне скучать? Хочу вам представить суперзвезду Лу! Артисту тоже нужно иногда отдыхать. Тебя ждут у большого дерева. Но я играла. Пойдем поиграешь в другой раз. Тебя хотят видеть на ватном облаке. Где Лу? Нужно ее найти. Чем заканчивается шутка про пожарного? Я так больше не могу. Я хочу домой. Вот она! Лу-лу, 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 лу-лу. Давай, Лу, покажи робота. Вернись. Лу. Все хорошо, я решила, у тебя неприятности. Я не хочу больше шутить. Я хочу домой, к тебе. Мы много от тебя требовали, да? Но с тобой так весело. Мы готовы слушать тебя целыми днями. Давай я сниму с тебя шлем. Она говорит, что еще вернется, но сейчас она хочет поспать. Люси, обещаю, в следующий раз мы будем внимательнее к Лу. Я знаю смешную шутку. Волшебном мире ты, друзья, улыбнись. Край Бэйби.
с разными вкусами. Как же жарко! Идите сюда, здесь прохладней. А нам не бывает жарко, на облачке всегда приятно. Я придумала, как вам охладиться. Только быстрее, а то у меня мозги начинают плавиться. Эй! Ух ты, мой кексик стал мороженым. Моя коляска, нет! Вкусно ведь, правда? Фу, какое-то странное мороженое. На горе фантазии мы едим мороженое из разных вещей. Оно нам так нравится. Очень вкусно! Конечно же, по вкусу это мороженое, а не вещи. Лучше бы по вкусу оно напоминало вещи. Знаю, мы смешаем мои кексики с вашим мороженым. Я много приготовила. Если мы соединим кексики с этими вещами, вкус мороженого понравится всем. Идея мне нравится. Шляпка и клубника, клубничная шляпка. Шоколад и бутылочка, шоколадная бутылочка. Шарик и ваниль, ванильный шарик. Очень оригинальный вкус. И мгновенно охлаждает. Я назову его буйство фантазий. Здорово! Мы приготовим мороженое, а вы его раздадите. Пожалуйста, принесите ко мне домой. И как же мне все это разнести? У меня для тебя сюрприз, Кони. Теперь можешь смотреть. Ура! Я немного поработала с твоей коляской. Можешь возвозить мороженое? Да! Мороженое уже в пути! Мороженое так весело! Мороженое! Вкусное мороженое! Ванильный башмачок, пожалуйста. Посмотрим, какой барабан на вкус. А я сделаю мороженое вот с этим. Как весело! Мороженое! 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 Пойду кататься на сноуборде. Что ж, я все раздала. Я не с этим вкусом просила, можно другое? Мне тройной рожок. Как жарко! Когда будет новое мороженое? Внимание, девочки, нам... Что здесь случилось? Но у нас закончились вещи. Осталась летающая тарелка. Стойте! Отдайте летающую тарелку! Девочки хотят еще мороженого! Дай сюда! Что с тобой? Что это с Кони? Мы просили у нее слишком много мороженого. Кони такая добрая, мы должны ее поблагодарить. Устроим ей сюрприз. Вы поможете? Давайте соберем все наши любимые вещи и превратим их в мороженое буйство фантазии. Ух ты! Какое мороженое! Тебе за то, что ты замечательный друг. Это самое вкусное освежающее мороженое в мире. Все могут брать мороженого сколько хотят. И как я об этом не подумала. Мне все равно нравится со вкусом вещей. Волшебная.
все починит. Венди, смотри. Секундочку, я занята с Луной. Венди, ты поможешь мне снять это? Ты видела кратеры на Луне? Они похожи на глаза. Леди! Ну-ка посмотрим. Я мастер по веревкам. Если это продеть сюда и сюда... Ой! Венди, помоги! Почему вы плачете? Итак, сейчас я вас освобожу. Поехали! Здорово, голова кружится, будто на карусели. Я поеду быстрее. Ой, узел на веревке. Венди, помоги нам. Развяжи, пожалуйста, узел. Вы видели, как Луна улыбается? Ой. Венди вечно витает в облаках со своей луной. Она вообще не обращает на нас внимания. Плохой из нее друг. Она думает только о себе и нам не поможет. Ты не приведешь Мисси? Я даже не знаю, с чего начать. Хочешь, я ее починю? Ты знаешь как? Вряд ли это сложнее, чем степень по астрофизике. Руль ставим наверх. Но это колесо. Точно, колесо ставим вниз. Сколько у нее колес? 4. Вам помочь? Да, пожалуйста. Я все починю. Нужно только подтянуть немного здесь и чуть-чуть затянуть вот тут. Я починю, ведь именно для этого и нужны друзья. Та-ра! Прошу вас, друзья, вы всегда можете рассчитывать на меня. А? Это кладем сюда, это сюда, а это... Помощь не требуется? Нет, спасибо, почти готово. Получилось идеально. А теперь я помогу Леди, лучшей подруге. Помоги мне починить коляску. Это ужасно. Вот что она сделала с оградой Кэти. Нет. Я все соберу. Это кошмар. Она пытается помочь нам, но если так и дальше пойдет, нас прибьют к ограде или к колесу. Кто-то должен остановить ее. Я помогу тебе, подруга. Не стоит. Мисси, нужно было просить тебя помочь чинить вещи. Я ни на что не гожусь. Да, у меня хорошо получается. Можем работать вместе, если хочешь. К тому же, кое в чем ты хороша. Ты прекрасно разбираешься в звездах, и я бы поучилась от тебя. Здорово. Да. Теперь мы сможем смотреть на звезды вместе. Здорово! Ух ты! Не волнуйся, Винни, я все починю. Нет! Край бейбис, край бейбис.
волшебном мире ты друзьям улыбнись. Край Бэйбис Фэнтези. Лена на Ютьюбе. Что ты делаешь? Наблюдаю. А сейчас? А сейчас? Что с вами? Нам скучно. Можно заняться чем-то другим? Знаю. Давайте посмотрим, как дела в долине. Что это? Оно с листами. И со словами. Смотрите, там... игрушки. Дай мне посмотреть, дай посмотреть. О, я вижу леди. Цветные лизуны. Обожаю их. Такие оригинальные. Сходим в гости в долину. Да! Смотрите! Лена! Научишь нас делать то, что вы делаете здесь? Здесь? Да, перемещать вещи, не дуя на них. Придавать форму вязким лизунам. И играть с коробкой полной слов. Я бы с удовольствием, правда. Но мне нужно идти, потому что у меня кексики в духовке. Ты делаешь их в духовке? Без волшебства? Можно посмотреть? Конечно, я знаю, как делать все на свете. Вы ведь обратились к Лене, влиятельной законодательнице мод в долине. Вы можете увидеть все, чем я занимаюсь на канале Ленины штучки. По моим видео вы научитесь всему, чему захотите. У меня сотни последователей. Последователи? Но я никого не вижу. Стойте-ка. Она говорила что-то о канале. Может, нужно положить это в воду? Ай! Смотрите, оно плывет как утенок. Ой! Нет, похоже, мы сделали что-то не так. Стой-ка, ты ничего не знаешь. Это явно работает как коробка полная слов. Хватит, оно не для этого. Может, эта штука нужна для игры в мяч? Ой, оно меня укусило. Ой, ай! Лена заперта в этой коробочке. Выходи, Лена, выходи оттуда. Стойте-ка. Лена умеет танцевать. Смотрите. Привет, друзья. Добро пожаловать на канал Лены. Сегодня нас порадует забавная книжка и липкий лизун. Я хочу этого лизунчика. А я хочу коробочку слов. Дайте мне. Куда она ушла? Наверное, спряталась. Лена, ты там? Да, я здесь. Что вы делаете с ноутбуком? Где мои видео? Вы их удалили? Прости нас, Лена. Но мой канал, мои подписчики и последователи... Знаю, но мы можем все вместе записать новые видео и вернуть твой канал. Только ты должна показать нам, как стать под... последователем. Итак, готовы? Мотор! Не так, хватай его второй рукой. Чуть не сбила тебя ледяным лизунчиком. Лови огненного лизунчика. Ледяной лизунчик. Огненный лизунчик. Давайте попробуем. Это делается так. Теперь ваш черед. Внимание, начали. Эй, гадость! Не трогай меня! Слюнявый палец. Мне больше не быть популярным. И у меня не будет больше подписчиков из-за вас. Эй, почему ты так зациклилась на подписчиках? Тебе не нужны миллионы друзей на канале. У тебя есть мы. Что еще ты хочешь? Последователей, они у тебя есть. Мы следуем за Леной. Да! Вы правы. У меня самые лучшие друзья в мире. Фэнтези Мэджик Тикс!
День веселых шуток. Доброе утро, Мика. Давай мне, ну же. Отдай же. Прекрати, Мика, пожалуйста. Ой. Ну, конечно, сегодня день розыгрышей. Я не поддамся на розыгрыш. В этом году я буду все тщательно расследовать, и никто меня не проведет. А, монстр! Привет, Мика, смотри, что у меня есть. Какой красивый. Нравится? Это акваплюнтик. Хочешь понюхать? Да, да. Странное название. С днем розыгрышей! Не хочу попадаться на розыгрыш. Кэмми, я угощу тебя успокаивающим чаем. Тебе станет лучше. Хорошо, но если это еще одна шутка, учти, я на нее не попадусь. Тебе понравится. Он вкусный. Ты не поменяешь чашку на всякий случай? Конечно. Ты садись, пей свой чай. С днем розыгрышей. Ну все, хватит. Никому больше нельзя верить. Я уйду в лес, и меня оставят в покое. За розыгрыш придумали Люси и Лу. Даже здесь небезопасно. Нельзя сказать, что именно нас поджидает. Хотя я знаю, кто нам поможет. Тина, пожалуйста, нам нужно знать, кто и как хочет подшутить над нами. Этот вопрос можно задать ларцу судьбы. Судьбы? Посмотрим. С днем розыгрышей. Прости, не смогла удержаться. Прости, не смогла удержаться. Просто скажи, какие еще будут розыгрыши? Хорошо, только один, но точно непонятно. Знаю только, что он будет с шарами. С шарами? Ха, мы будем на чеку. Спасибо, пойдем, Мика. Ага, шарик. На этот раз меня не подловят. Ага, попал. Эй, из-за тебя лопнул мой огромный пузырь. Беги, Мика, беги. Где ты? Я тебя найду. Вот, вот, еще один шар. Мир мой, мой. Попалась. Ой. Хочешь поиграть? Мир может быть твоим. Невозможно, мы на секретном задании. А? Это точно они. Эти шары розыгрыш. У нас карнавал? За мной! Отлично! Шутки не будет! Сюрприз! С днем рождения, Венди! С днем рождения, Венди! Вы хотели разыграть нас? Нет. Спасибо, девочки. Это так неожиданно. А, в чем дело? Кэмми испортила твой подарок. Я так хотела шарики. Я думала, это розыгрыш. Я не хотела портить тебе праздник. Я обещаю, никогда не забуду, что у тебя день рождения в день розыгрышей. Не переживай, это просто шарики. Magic Teams! Золотая сказка! Это лучший день рождения в жизни! То есть лучший розыгрыш на день рождения?